Сегодня я говорю о развитии. Постоянно задавайте себе вопрос, кем вы хотите быть, чем вы хотите заниматься, где вы видите себя через год, а через 5 лет. Одним из наиболее эффективных способов продвижения в развитии для меня стало общение с теми людьми, которые уже достигли того, чего хочу достичь я. Станьте благодарными слушателями таких людей, и они с удовольствием поделятся с вами теми секретами, к которым они шли многие годы. Определитесь, кем вы хотите быть, найдите такого человека и общайтесь с ним.